И снова всем здравствуйте, дорогие друзья. С вами Олег Алла Гудвин, и мы проходим тренинг по мануальной терапии. Вот продолжаем тему скруток. У нас было уже там, по-моему, до 29 уже насчиталось вариантов скруток, да? Но сейчас я хочу поговорить о скрутке с помощью пира, постизометрической релаксации. Уже я вам показывал такой прием, когда мы создаем напряжение. Вот тут ты давишь вниз, мне на руку дави. Тазом вниз дави. Uh-huh. Вот. А ребрами разворачиваешься вот сюда. Ну, желательно руки расправить. Ребра на меня давил, сейчас потренируемся немножко. Вот сюда, на скрутку. Ребрами еще раз. Uh-huh. Все. И после того, как мы потренировались, теперь сам прием делается с двух сторон. Ребра на меня, таз вниз. Вот. Создаем напряжение. То есть смысл пира в чем? Мы создаем напряжение. Тяни. Задержка дыхания примерно секунд 10-15. Опустили на выдохе и расслабились. То есть пир нам помогает, во-первых, расслабиться, да, но иногда он может быть и вспомогательной частью к мануальной терапии и даже заменой мануальной терапии. Еще раз давай создаем такое напряжение. Вдох. Тянешь на меня, ребрами. Нет, рукой не упирайся, просто ребрами. Выдох. На выдохе плюхнулись, расслабились, как крокодил на солнышке такой валяется, да. И в этот момент, когда он расслабился, мы производим толчок. Например, в этом случае, да, то есть пир вы можете добавить к любому другому варианту, который мы видели в перечне этих скруток до этого, да. Ну, например, скрутка лежа на боку. Поворачиваюсь ко мне лицом, вот на этот бок. То есть укладываем также ногу перпендикулярно пояснице вот сюда. Эту руку из-под себя вытаскиваем, голова просто лежит. Руку закидываем назад. Эта нога прямая вдоль позвоночника лежит. И создаем напряжение. Ты сопротивляйся, соответственно, плечом на меня, тазом туда, назад. Тянем. Задержка дыхания. Голову жестко не поднимай. Только эти мышцы должны работать. Теперь выдох. На выдохе полностью расслабились. Увеличиваем угол давления. Вот туда еще больше. Вдох. Задержка дыхания, тянем. Тянешь на меня еще больше. Выдох. Расслабились. И еще увеличим, еще больше углу туда. Вдох. Тянешь на меня. Выдох. Расслабились. Так, тут большой, немножко не достаю до себя, подвинься себе, как на краю, поближе. То есть изначально поза остается та же самая, как при самых классических скрутках. Просто мы добавляем натяжение вот за плечо сюда, в таз сюда. И еще могу коленкой добавить, эту коленку не толкаю. Вот теперь опять напрягайся, сопротивляйся. Он тянет в разные стороны. На выдохе расслабились. И в этот момент я раз и произвожу толчок. Почувствовал, да, что массивнее получается. Так. Ну, как я говорил, любые скрутки, давай на спину ложись. Например, вот то же самое, если коленку поднимешь. Вот такая скрутка, да? Я давлю сюда, сопротивляйся, да, держи за стол в этом случае. И ты сопротивляешься ногу назад. Давай, вдох. Пусть назад, в ту сторону. Отводим. Выдох полностью расслабился, и в этот момент я раз. И довожу дальше до предела, через предел вернее, да? То есть наша задача в данном случае довести сустав до предела и перейти немножко через него. Так, тик, и произойдет тот волшебный звук хруста, который мы так все любим. Ну вот, ребята, вы не теряйтесь, звоните, пишите, я вас всему научу. И приходите ко мне на тренинги в Академию телесно-ориентированных практик. С вами был Олег Алавгудвин. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Ставьте лайки.